красноармейцев поет о любви к родине. Праздничным концертом в Центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот» встретили гостей на дне открытых дверей. София Гринберг не первый раз выступает с хором на этой сцене и о парке знает немало. Так как я сестра четырех братьев младших, я понимаю, что это очень нужная вещь. Она готовит мальчиков к действительно настоящей взрослой жизни, да и не только мальчиков, я думаю. Будет полезно пройти эту школу и мальчикам, и девочкам. Ребята и их родители со всего Подмосковья приехали познакомиться с этим уникальным местом. За год в парке проходит обучение около 30 тысяч курсантов. Где, как не здесь, можно узнать, что такое настоящий патриотизм? Сейчас время, конечно, непростое, но я хотел бы сказать фразой всем известного фильма «Офицеры». Есть такая профессия — Родину защищать. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы молодые люди осознавали всю важность этой профессии. А вот для Эдгара и еще нескольких ребят этот день стал особенно запоминающимся. Они получили главный документ в своей жизни. Чувствую, знаете, какое-то волнение, потому что последний раз был на сцене только в детстве. И вот сейчас так резко. Мне мама с папой после работы приехали, сказали, что нас пригласили в «Авангард». И я, ну, мягко сказать, удивился. И был очень рад этому. Мы очень рады, что нас пригласили. Вот, все прошло очень замечательно. Это было достаточно неожиданно, но сейчас у меня такая нескрываемая радость. Мне было приятно стоять на большой сцене и получать свой первый паспорт. Получение паспорта гражданина России – важный этап в жизни каждого жителя страны. Теперь эти молодые люди – часть истории государства, будущее которого в их руках. Каждый взрослый человек, помимо прав и свобод, имеет и обязанности. Вы становитесь гражданами великой страны с великой историей. Гости дня открытых дверей в «Авангарде» смогли ознакомиться с учебной программой центра, а также посетить выставку и концерт, принять участие в мастер-классах и конкурсах. Программа получилась очень насыщенной. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».